Бесплатно проверить слух. Машина со специальным оборудованием на протяжении 2 дней принимает пациентов возле ДЮКа. Проект «Кабинет на колесах» планирует посетить 31 город Украины. Ну а пока такая возможность есть у одесситов, давайте ее не упустим. Процедура с видом на море. С 10 утра возле кабинета на колесах выстраивается очередь. Все необходимые меры безопасности предусмотрены. Дистанция между людьми, маски, антисептик. Процедура довольно проста. Главное – выполнять указания специалиста. Люди ничего не говорят. Они слушают. Они слушают и нажимают на кнопочку в ответ на сигналы, которые я подаю. Если он слышит, нажимает кнопочку. Не слышит, естественно, не нажимает. В результате получается график, который показывает, есть ли проблема у человека со слухом или нет. Беру наушники, одеваю. Да. Моя задача – вычислить, какой самый тихий звук ты способна услышать. Слуховую инициативу начала общественная организация «ВИЧУЙ», чтобы позаботиться о здоровом будущем нашей страны. Кабинет на колесах должен посетить 31 город Украины. Уже завтра команда выезжает на новую локацию. Есть сайт от vichuy.org. Заходите на сайт, и там есть карта. Там будет написано место пребывания, время работы, весь график, ну и города. Людей много, ну и разные люди, от маленьких до старшего поколения. Много переживают некоторые, много кто вообще не проверял слух. Врачи уверяют, что в 60% случаев можно спасти слух от полной потери, если успеть с диагнозом. Поэтому своевременное тестирование может сохранить ваш слух в современном мире чрезмерного шума. Татьяна Бурумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».